Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она как раздвоенная надвое. Одна очень спокойная и любезная, другая как с какими-то оковами. И кричит. Хорошо, разберемся. Больше ничего нет? Нет. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем джинтов в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией джинты поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем джинта, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Обе копии доверят. Джинта, вы в курсе, почему у вас две копии? Почему так случилось? Особенность моего организма. Давайте проверим. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой джинта, под ногами. 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел джинта. Находит все. Отправь оковы в клетку. Какие оковы? Не оковы. Одной из копий оковы на руках и ногах. И она кричит. Я даю команду, наша третья оковы отключается полностью. 1, 2, 3 отсоединяется до последнего проводка и подключки, отправляется в клетку тюрьму. Да, не в клетке, бес рядом встал. Хорошо, бес. Какой бес? 9. 9-герцовый, хорошо. Дальше. Инкоп, дракон, синий, лизард. Хамелеончик, все. Хорошо. Поехали. Лизард, сколько ты находился в этом биополе? 7. Лет, месяцев? Лет. Хорошо. Кто из вас, вопрос ко всем, был ответственен за это раздвоение личности, за эти две тонкие копии, которые стоят сейчас? Бес хочет говорить. Хорошо, бес, я тебя слушаю. Она недалеко была от истины, когда сказала это ее особенности. Мы лишь усугубляли ее позитивные и негативные качества в свою пользу. У нее все делится на позитив и негатив. Черное, белое, мужское, женское, плохое, хорошее. Цветов ей не хватает. Ярких не воспринимает она их. А оковы, как твои, объяснить в ее биополе? Инструмент для утяжеления? Сейчас скажу. Это утяжеление ее. Негатива. Какие черты негатива? Назови характеристики негатива, чтобы я понял, о каком негативе именно идет речь. У нее, если позитивные мысли, то очень радужные, а если негативные, то очень черные, низкие, с плохим концом. То есть ты имеешь в виду контраст большой, да? Да. Понятно. Этот хорошо. Контраст я усугубляю и тяну вниз. Чтобы на душе было. Кошки скребли. То есть, таким образом, ты хочешь сказать, она видела цвета, но она не видела цвета между цветами, правильно? То есть, действительно, черно-белое или цветное, но если это только радостное или только негативное, правильно? Нету этих промежутков, которые немножко есть там... Есть промежуток, но он серый. Серый. Хорошо. Сколько ты находился в ее биополе с этими оковами? 4 года. Хорошо. Вопрос. Есть ли лярва в ее биополе? Низ живота. Хочешь их получить? Давай. Будет, придет время, я дам тебе отдельную команду. Хорошо. Итак, инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 1 год и 3 месяца. Ну, ты у нас на фантазии приходишь, правильно я понимаю? Да. Хорошо, поехали дальше. Синий дракон, считай цифры над головой. 3684. Мне такой уровень синих драконов всегда говорит о том, что мы имеем дело с космической душой. Синий дракон, сколько ты находился в этом биополе? 3 года находился. На что ты зашел? Каким обманом? И почему вообще? У тебя есть контракт? Тебе кто-то разрешал входить? Тебя приглашал, кто-то говорил, синий дракон, приди, посели в моем биополе. Было такое? Наблюдал за ней. Развитие идет, и я вместе с ним продвигаюсь. Контракта нет. Цель пребывания. Развитие идет, и я с ним развиваюсь. Ты пришел из-за своего развития или ты пришел тупо из-за откачки энергии? Развитие. Хорошо, на ее энергиях. Чему ты научился за 3 года на ее энергиях, находясь в ее биополе?
Все, чему она научилась, отложилось в моей памяти. То есть ты собирался опыт, я правильно понимаю? Да. Хорошо, мне здесь нечего сказать. Поехали дальше. Лизард у нас 7 лет сидела. На что ты зашел, Лизард, 7 лет назад? На чувства. Какие чувства? Всплески. А, эмоциональные всплески. То есть на эмоции, да. Там были какие? Низкие или высокие всплески? Разные были всплески. То есть ты, тебя интересуют именно эти всплески, не какой-то гармоничный уровень радости или горя, а именно высокий уровень. Правильно я понимаю? И ты их тогда всплески видишь. Ну, он так их называет, всплески, да. Хорошо. Эту команду тонкой копии джинта спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел процесс. Хорошо, выстраиваю канал к этим оковам. Бес 1, 2, 3 реверсом отдаю в этот канал весь негатив, который пришел от этих оков. Пошел процесс. Вот к этим оковам возвращается какая-то физическая душевная боль. То, что он назвал, корки скребут. Физическая душевная боль. Интересно. То есть ее душевное состояние влияло на физическое. Конечно. Усталость и... Все взаимосвязано. Безусловно, конечно. Готово. Хорошо. Установили фильтры с золотой сеточкой. И в порядке реверса Джинта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Джинта себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Энергии идут по чакрам. Хорошо, забираем реверсом и весь позитив, который ушел в оковы. 1, 2, 3. Все пошло назад. Гармония возвращается. Отлично. Целостность. Готово. Отлично. Начинаем с вытаскивания того всего, что оставили в ее поле. Начнем с Лизарда. Лизард, выходи. Забирай все свои энергии, все свои подключки. Возвращайся в клетку-тюрьму. И докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц сканером. И если кто-то что-то забудет, существует такая вероятность, что он сгорит в этой клетке. Я вам этого не желаю, поэтому рекомендую серьезно отнестись к этому предупреждению. Приступай, Лизард. Готово. Хорошо, Лизард, еще один вопрос. Скажи мне, ты к какой цивилизации ты относишься? Драко? Нет. А какая у тебя цивилизация? Как она правильно называется? Давно отделились, они Лизард так и называются. Лизард, хорошо. Ну вы, а где вы географически находитесь? Где ваша родина? У вас есть своя туманность? Есть планета? Определенное место, где мы обитаем. Понятно. Хорошо, Лизард. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся, докладывай готовности к проверке. Приступай. Ага, значит, Лизард, он вытащил из горла и сердца свои энергии и платы, а дракон, он выше до третий глаз, угу, чакры. Он там сидел. Или транслировал, или собирал, или смотрел через это. Собирал, вытащил плату. Хорошо. Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил, и возвращайся в клетку. Инкуб снимает. Лизард, почему это говорил про Авишутху? Потому что у него могли быть всплески с голосом. Он был ответственен за это, да? Да. Хорошо. Инкуб закончил. Хорошо, бес, выходи, снимай все, что ты оставил, рассказывай, как оно все действовало на нее, и когда закончишь, доложи мне прямо на месте. Я дам тебе команду на лярву. Приступай. Так а что тут рассказывать-то, оковы? А, ну ты уже рассказал, больше ничего нет в биополе? А что еще надо, столько энергии собирал через них. Хорошо, ну у каждого свои фишки. Мы разные видим. Мало, может, включил. Еще... Может... Хорошо, разрешаю тебе забрать лярву, приступай. Где она находится, Вера? Ниже живота. А, ниже живота, понятно. Мы готовы. Так, поехали дальше. Все забрали. Включаем внутренний белый свет. Джинти 1, 2, 3. И Джинта выдавливает из себя все негативные и патогенные низкие вибрационные энергии на частотах
интерферентов и их подключек. Пошел процесс. Все формируется в шар. Готово. Открывая под шаром портал галактической дрожь, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Она соединилась в одно целое, обняла себя. Чисто. Отлично. Хорошо. Бес, интересует тебя эмоциональный фантом? О, еще как. Хорошо, сейчас я отстегну каналы. Я даю команду Джинты сделать импульс высокой вибрационной шокового удара и отстегнуть каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Каналы отлетают. Открывая портал в галактическое ядро, и каналы улетают на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Выходит эмоциональный фантом Джинты. 1, 2, 3. И проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Есть. Большой шар? Фантом? Он фантом в полный рост выше. Джинта, вы видите, это все ваши негативные и патогенные энергии, которые я перечислил. Вот так их много, и так они выглядят. Вы готовы с ними расстаться? Готова. Пускай. Отлично. И сворачивает это все в шар, спрашиваю беса, готов ли он забрать? Готов, готов, жду. Отправляю бесу. Есть. Отлично. Значит, все забрали. Будем отпускать. Хорошо. Вам запрещается вход в это биополе. Если мы второй раз с кем-то встретимся, будут неприятности. Всем понятно? У нее синий дракон. Да. И бес в квартире. Чистим ее квартиру сегодня. А, ну все, значит, придется вас отправлять назад. У нас есть заказ, все правильно. Хорошо. Лизарды, давай тогда будем отпускать. Лизард, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. 1, 2, 3. И Лизард забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инкуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон и бес. Сейчас я вас отправлю в дом. После чистки минут через 20 я приду. За это время вы соберете, снимете все, что вы установили в этой квартире. И я отпущу вас на вашу чистоту. Если без главный в квартире, я могу ему отдать еще негатив в этой квартире. Да, главный, я главный. Кто там еще будет главный? Ну, не знаю, бывают и демоны, мало ли что. Если ты один там хозяин, так значит, буду с тобой разговаривать. Черт есть там? Нету. Хорошо. Открывается два портала в квартиру. 1, 2, 3. И синий дракон уходит в этот портал, а бес уходит в другой портал. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Отлично, хорошо. А ковы остались? Остались. Открывается под ним портал в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, поехали по частотам. Есть. Пусть тонкая копия Джинты вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 530. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Джинты. Да, число значения 530 Гц. Пошел подъем. У нее какая-то радость внутренняя. Это только то, что она знает. Чему она радуется. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. И Джинта, как вы себя чувствуете после чистки? Она руку протягивает вперед и говорит: видишь, как струятся энергии, я себя прекрасно чувствую, целый и полный. Замечательно. Если захотите встретиться со своим куратором и узнать больше о себе, задать ему 10 вопросов, можете к нам обратиться. Мы можем и это помочь вам. Сейчас будем вас возвращать назад в ваш биоробот и сразу приступим к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Джинта в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.
И отключаемся от Джинты. Квартиру ты видела. На счет три ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед входом. Да, я здесь. Хорошо. Входи в квартиру. И я даю команду на счет три. Остановилась в зале. Хорошо. Кто у нас? Неупокоенная душа. Неупокоенная душа. Хорошо. Андрея. Что? Андрея? Да. Хорошо. Андрея. Дальше. Дракон. Синий. Хорошо. Бес. Еще кто? Две воронки. Есть что-то? Арахноид есть. Арахноид. Хорошо. Все. Арахноид. Отлично. Под воронками открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И воронки уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, арахноид. Выходи, собирай всю свою паутину, все свое потомство. Все, что ты раскидал в этой квартире, ничего не забывай. Сколько ты находился... Твит бежит в шкаф в спальне. Ну, понятно. Сколько ты находился в биополе, в этой квартире? Вообще дальше. Ты что, не понимаешь язык арахноидов? Год и два месяца. Ну, год и два месяца. Отлично. Собрался. Хорошо, арахноид. Больше в эту квартиру не приходи. Мы все будем запечатывать. Готов уходить? Да, он готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Синий дракон, ты все успел собрать? Плата была у него, снял, да. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, Бес. Ты все собрал или еще нет? Все собрал. Хорошо, а на собачке есть что-то? Есть, да, на скину собаки есть. Хорошо, я даю команду на счет три. Тонкая копия Джованни Джио появляется перед нами. 1, 2, 3. Да, он появился, он показывает, как он с Бесом в догонялке играл. Так ты с ним игрался, Джо? Да? Он за ним бегал в этих носках. Понятно. Ладно, хорошо, Бес, давай, снимайте носки. Это твоя энергия, иначе пропадут. Он снял, собака отряхивается. Хорошо. Включаю Джио, внутренний белый свет, 1, 2, 3. Начи 3, Джио, выдалит из себя все негативные и патогенные энергии, находящиеся в его биополе, 1, 2, 3. Остается только 100% энергии, родной энергии Джио. Все эти энергии выходят, формируются в шар перед Джио. Платы дракона ему очень не нравились. Хорошо, Джио, их больше нету. Шар готов. Большой? Да, как мяч. Открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. 1, 2, 3. Закрывая, печатаю, растворяем. Хорошо, я даю команду на 4 в макушку головы Джио. Начинает поступать необходимое количество энергии, максимально комфортное для собачки. 1, 2, 3. И частота вибраций поднимается до необходимого уровня. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Он как-то тянется так вперед. Кто, собачка? Ну, конечно. Да, ладно. Джованни, как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Ничего тебе больше не мешает? А радуется чистоте он. Замечательно. Скажи, у тебя есть сейчас уникальная возможность. Ты можешь своей хозяйке передать все, что ты хочешь. Тебе еда устраивает. Может, тебе хочется новую игрушку. Может, тебе что-то другое хочется. Ты можешь это сейчас сказать. Я ей передам. Природа ему нравится, гулять ему нравится. Чтобы она почаще с тобой гуляла на чистый природе? Чистый воздух нравится, да. Хорошо, я передам. А еда тебя устраивает? Может, тебе другое что-то хочется? У него не возникали такие мысли. Отлично. Значит, она будет с тобой больше гулять. Отлично. И буду возвращать тебя назад в твое
биополя волкодава. И для усвоения энергии вибраций возвращает тонкую копию Джио в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошел процесс. Готово. Отлично. Хорошо, бес. Давай пройдемся по квартире, закроем все порталы. И после этого я соберу тебе весь негатив в этой квартире. Пошли. Он в спальню ведет. Здесь при входе на потолке портал. При входе на потолке открывается внизу под потолком портал воронка в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Кухня. Стена. Красная. Какая стена? Лево, право? За плиткой стена. В красном цвете это портал. Под этой стеной внизу открывается портал галактической дрот. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Так, если входишь в квартиру, с левой стороны стена, там тоже портал. По всему периметру этой стены внизу открывается портал галактическое ядро, засасывает этот портал, фантом портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово, все. Хорошо, возвращаемся все к клетке. И я даю команду на счет 3. Один идет космическая энергия, во второй идет низкая вибрационная энергия, энергия эмоций, мыслей, чувств. Готово. Большие шары? Они как мечи, одинаковые по размеру. Под космическим открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Космический шар уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, бес забираешь? Забирает. Отправляй бесу. Готово. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. У нас осталась неупокоенная душа. Андреа. Андреа. Андреа, как долго ты уже покинула этот мир? 7 лет. А почему не ушла сразу? Ребенок остался. Понятно. Сколько тебе было лет, когда ты погибла или умерла? 36. А чего погибла? Болезнь? Несчастная. Болела раком. Болезнь, понятно. Хорошо. Андрей, я не смею тебя больше задерживать. Ты хочешь, чтобы я тебе открыл портал в чистилище, светлый портал, да? Хочу, да. Хорошо. И я даю команду на счет 3 открывается. Светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Андрея уходит в этот портал. Ее встречают все друзья, куратор встречает, все родные, родственные души. И мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. И на флай действительно встречает. Она просит прощения за то, что задержалась. Отлично. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Клетка пустая, да? Да. Открывая под ней портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Клетка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Я даю команду. На счет 3 по всему периметру квартиры открывается. А в автоматическом режиме обновляется. Ни один негатив не войдет больше в эту квартиру. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо, Вера, мы закончили? Да. Переносимся к входной двери 1, 2, 3. Угу. И отключаемся от квартиры. И поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.